Так. Сыновей кушай. О, ну вот. ДТ. Давай посмотрим. Правильный ДТ. Есть коней. Да, 10 коней. Пояс. Отвара нету. И он напротив меня. Да, напротив меня гном. Монстробой. Пояс, но без ГВ. Восьмая. Нормально. Удара по всем нету. Так. Сейчас подумаем. А сколько их? 30? Искусок? Да, чертей дели на 2 стека. Один вверх, другой вниз. Искуски также. Там костолом и берсерков нету. Коня там вниз. Прыгуна. Так, послушай. Если этот засранец, у него 8 маны. А, фигня. Прыгуна. Значит, снизу вверх пошли. Искусский черт, конь. Прыгун. Пещерка. Пещерка в угол. Ну как в угол? Там будет искусская пещерка, короче. Ага. А черные линии. Клеточка должна остаться, по-моему. Где, где, где? Ну, вверху не перед искусской черта поставь, а где-нибудь сзади, на задней линии. Ага. И прыгуна спереди или сзади тоже по центру поставить? Спереди поставь. Спереди. Не, давай сзади тоже. Все, нахуй. Поставил. Там, блин, будет мешаться. Вот теперь бой сложный. А, он тоже поделил. Молодец. 24. О нем, да? Я хожу раньше того темного демона и с кусками, и героем. Сейчас. А я раньше Тана и медведя. Так, Дев, да? Подожди, подожди, я смотрю пока. Так. Я даже не знаю, идти гнома бить или ДТ. Может, все-таки ДТ? Гном тебя не убьет. Но гнома надо замедлить, чтобы он тебя не убил. Да, а накинемся на ДТ, потому что он иначе нас обложит дерьмом. Он нас и так обложит дерьмом. Но лучше он пусть дерьмом нас обкладывает, чем рушит. Согласен? Да. Огр потом вытащит. Дерьмом-то он нас и так обложит. Это прям к гадалке не ходи. Но вот как только у него мана кончится... Так начнется веселуха. Так, подожди. О, твоя искуска опережает прыгуна. Да. Это ну хорошо. Так это замечательно. Да. Это же прямо волшебно. В общем, конем в деф. Сейчас по ходу дела разберемся. Конем в деф. Так, раз, два, три, четыре, пять. На кабана не значит, если накидывает, только на кого-то одного.
Так, ну пусть теперь они думают. А ты вот хочешь прыгуна взять и на кого прыгнуть? Да хоть на медведя, пусть убиваются. Так, забираем манку. Да, здесь все стандартно. Забираем ману. Мана только у этого. У нас на двоих мана больше. Ты помнишь, как мы медведя просто убивали? Помню. Он ничего сделал. Так там был берсерк у нас. Нас берсерк мучил, да? Да. А здесь нет берсерка, здесь пистолом. Этот парень в разы слабее. Вот, забираешь сразу 24 потом. Внизу. Я его бить не буду. Ага. Понятно, он как раз сморалил, все хорошо. Или, блин, сейчас я подумаю. Нет, лучше выжирать, конечно, лучше выжирать. Если выжирать, значит, надо черта забирать. А, ну тогда тан. Тан мешаться будет, да? Сейчас посмотрим, как тан сходит. Забрать бы обоих чертей. Ответку. Зачем? Я не знаю, медведем что ли будет бить? А, нет, таном. Ну, я так понял, для Тана ответка снята. Сколько БД? 2. Пух! Какая искусство у тебя ходит? Ходит верхняя первая. Давай посчитаем. А, верхняя, да? Угу. Он будет бить коня по-любому. Не тан. Не пещерку. Так, дай-ка посчитаем. У тебя калькулятор есть? Ну да. Мне интересно прыгуна переманить, если... Насколько ты переманишь его? А, я хп я тебе сейчас посчитаю. Ты просто ведешь, да? Так, у тебя искусство 17 на 26. Это 442, делить надо 11 на 13. На 1430. Чё 1430? 400... Сейчас. 17 на 26. 442 раздели на 1430. Получаем 0,3 и 0,9. Ну понятно. Вот, а теперь вот это дело сделай от него логарифм по основанию 2. А, блин, логарифм, это в гугле, наверное, надо посмотреть, да? А, у тебя нету, да? Ну. Блин, у меня есть инженерный калькулятор, но... Вот, сейчас, там 0,3... сейчас будет. Давай. Я тяну время, ничего страшного. Блин. Мне просто интересно, есть смысл мне вниз вылезать или нету? Я не очень хочу. Не, не то, ни хрена. Так, сейчас. А, подожди, так у меня же есть инженерный вид, по-моему. Там нету в инженерном, я посмотрел. Там обычный логарифм, десятичный. А, ну ладно. Надо калькулятор иметь. А, онлайн-калькулятор, логарифм. Да. Число. Сколько там? 0,32 у нас? 0,30, 0,9. Основание 2. Ты уже нашел? Ноль четыре хода. Нормально, нам хватает. Мама.
как они ждет. Жди, жди. Чем дальше ждешь, тем веселее. Ты, короче, манишь верхний прыгуна. Ой, как сильно. Мощный парень. Он ворвался к нам. Во! Нормально. Ага, видишь, как классно стал. Чтобы, короче, не работало у него. Ага. Ну, это все фигня. Мы-то сделаем все так, как нам надо. Сейчас. Так. Давай я лучше вообще из кусок переманю и буду ими убиваться. Они у них иммунитет на переману. А, все, все, вижу, да. Иммунитет гипнозом. Да, значит, мои прыгуны тоже пострадают. Твои нет. Чего они пострадают? От гипноза. Нет, не пострадает. Ты не переживай по этому поводу. Переманивай прыгуна. Ага. Забрал. 0-3. Наша вещь. Короче. А, прыгуном пока деф. Угу. Ты же в деф встаешь. Че там ты боишься? Ничего не бойся. А, значит, прыжок, только сейчас я скажу куда. А, скажи, пожалуйста, долетаешь ли ты до клетки? Наверное, долетаешь. Клетка 9-3 над мишкой. Да, конечно. А вот и лети туда. Охо-хо. Нормально. Ты решил их скучковать, да? Конечно. Я сейчас замедлю, и мы пойдем не срезать. Хорошо. Так. А, он обогнал и спуск твою одну, да? 24. Ну, засранец, а? Толкой нехорош. Блин, я жесток. Я медлю вот этих верхних. Ага. Медлишь Тана и 32. Угу. Так, переманиваешь. Переманиваешь сейчас. Черта может. Черта переманиваешь, да. Только я думаю, какого? Он забирает у нас коня и птицу, по-любому, наверняка. Нижнего забирает черта. Ага. Три хода. Я знаю. Коня и птицу, думаешь? М? Коня и птицу, думаешь, заберет? Может быть. Ну, во всяком случае, конь и птица могут быстренько пушировать и убить нежелательных. Чертик. Черта. Пускай черта. Нижняя, да, забрала? Да. Наведать к ней в гости, что ли? Да, вот как бы хотелось. Ну,
сейчас будет либо конь, либо птица. 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 Так, медлю, да? Да, медлика. А птица на сколько? Ой, на много. Два, много. А, я предлагаю конем встать в деф, наверное. Нет. Конем беги под кабана в самый низ. Под кабана. Убегай оттуда. А может ты атакуешь? Может и скуску закрыть от птицы? Ты не закроешь ты ее от птицы, птица летает. Че ты смеешься, что ли? Нет, вот смотри, я подставляюсь под искуску вниз. А, ну да, сверху же, блин, остается дырка. Так. Беги вниз, вон, под кабана, в самый низ. Прям под него или чуть вперед? Че? Прямо под него или чуть вперед? Сейчас. Вниз, просто вниз. Вот прям на уровне кабана внизу, в самый низ. А, ну да, мы же вниз двигаемся. Да. И этим чего ты делаешь? А этим ты... Че у тебя мана там, много? 12. Много. Да. Груш коня пока. Блин, моего перевозчика спер, засранец, а? Да. Да ладно, у него 58 мана осталось. У меня больше. Да. А, вперед выходить-то опасно. Он меня тут накрутит. На, я карпа какие-нибудь, что ли. Птица моя же с меня ответ снимет. Что не очень приятно. Пожалуйста, ударь дьяволёнка. Да он не убьет тебя птицу, я же дефер. Ну чё ты смеешься, что ли? У меня птицу какую? А ты кого переманил этим? А, черта. Бана. Ответку снял, да? Под масс дебаф, что ли, встал? Да мне вообще пофигу на кабана. Ты помнишь, как я его сливал просто так? Да, они что-то все его боятся так сильно. Птица, кабан, вон там внизу босс стоит. Ставка. Там ставка. Ставка хана. Не испугал. И открыл мне искуску. Но ты бей не искуску, ты бей черта. Да, да. Чтоб мана осталась у нас. Я птицей хотел убить черта, но не хотел подставляться под этого. А, как его? Давай, я тебе помогу немножко. Так. Мне надо было с самого начала его так шмякать. Мои чертики меня предали. 64, 55. И у тебя еще 63. Ой, надо было проклю мне кинуть. Да нет, не надо мне, нормально все. Сейчас черта, наверное, стукнет. И искусство. Это масс-слабость вот на весь этот верхний угол. Правый. Вместе с медведем, да? Да, медведь, прыгун, 91. Медли есть, слабости не хватает. Ой, слушай-ка, раз, два, три, четыре, пять. Ой, мне тан открылся. А. Мне тан открылся. Ой, весело. А мы еще не помедлены, да?
Нет. Прокли только. Че? И то на птице нету. Ну, на птицу им не выгодно. Сейчас даст меда, не переживай. О. Кого он замедлил-то? Твоих нижних всех. Правильно. Так и мы. Давай, блокай 18. Не, не блокай 18. Подожди, не надо. Он же кого переманил? Птицу и это. Вставай перед рожей пещерки и бей 15. Ага. Мишка, чтобы тебя не доставал. Тебе не нужны размены сейчас эти. Не нужны. Во, хорошо. Твой, да? Мой. Давай, давай, работай. А что у него в перках, интересно? Да там все то же самое, что у меня. Что у меня нету? Эй, вот этому накину еще. Все то же самое. Вот этому чуть-чуть. Всем по чуть-чуть. Ну и чё, вниз побежали? Давай. Хорошо, что у меня коней больше. Эй-эй-эй. Не надо по стене стучать, там соседи злые. Сейчас может испугать моих лошадей, к сожалению. Но надеюсь, этого не будет. Да не будет твоих лошадей бить, он будет вон искусство пытаться. Закрыть? Черти сила. А, нет, ударить, да. Что-то прямо, нужен, кому нужны твои эти? Прыгун у нас вообще для отвода глаз. Как всегда. Понимаешь, твоего коня, если не порушить, он вообще здесь бессмертный. В деф встал и все. Под слабостью тебе никакой медведь, никакой берсерк, никакой танк не пробьет. Вот он, видишь, что? Видишь, какой он, да? Вот. Птица еще не наша. Поэтому делаешь шаг вниз и бьешь пещерку. О! Я же знаю. А этим стоишь в дефе. Ты, то есть, нет, стой. Да, в дефе, стой. Ага. Ты для кабана проход открыл. Куда полез? Ну-ка слезай. Че там с птицей у нас? 0-3. Инициативная зараза. 0-3. Последний ход. Ой, как закрыл. Давайте засранец, а. Увидел. Ну ладно, мы вперед пойдем тогда. Погоди, что закрыл? А, огра закрыл от тана. А, все понял. Блин, жалко. Да ладно, нормально. А ты сейчас кабанчиком побежишь туда, встан. Я вот здесь тебе немножко помогу. Ага, спасибо. А, дай масс проклю. Нет. Масс. Да, дай масс проклю, короче, на прыгуна, медведя и 32. А. Чтоб там просто были эти. Ну как это? Мясо бегало обычно. Угу. Такое. Так, из куска. Блин, мана у нее. Че ты. У нас мана кончается быстро. Надо тана как-то завалить. Гипноз еще 2. Угу. А, ну ты сейчас высасываешь ведь, да? Это... Сейчас... это не мой дьяволенок, это ее. Внизу 24. А, да. Ты же сейчас высасываешь. Так ведь? Искуск 17, у тебя стреляет по 32 с прямой.
Черк стоит в дефе. Не баф, ой, не рушит защиту в дефе? Деф, стой, потом все сделаешь. Сиди спокойно. Все спокойно, без напряга. Вот он, да, пук 7. Ой, как сильно. Пукнул. Костоломов? Да. Ну, с прямой выгоднее же их стрелять. Вон, нормально. Можно было сильнее, конечно. Можно было сильнее, конечно. Но, смотри, у нас-то никто не замедлен. Давай, высасывай. Все у нее, все у нее. Так, здесь птица отошла. Черт. Почти. Забывчивости нету, да? Верхняя переманила. Верхняя? Вспомни. Верхняя переманила черта. А, верхняя переманила Тана. Она первая ходила. Нет, не твоя, его. А, его? Блин, вот я бы еще вспомнил, честно говоря. По-моему, верхняя. Блин. Тут фиг угадаешь, да? Я сейчас по чату посмотрю. Ну, я сейчас тоже. Контроль над дьяволята. Не вижу. Так, ладно, 10. Вставай в этот уголок и бей 18 верхних. Вот, все как раз, все для нас. Нет, надо все-таки посмотреть. Так. А, сейчас прыгун прыгает на вниз. Так, все, ладно, хватит мне маной было баловаться. Надо и это. Фу, всего-то. Это, че ты, дай проклю единичную Натана. Дал. Ману экономим, да? Угу. Блин, он еще столько ходить будет. Надо узнать прямо, кто это. Как посмотреть-то? Да никак. В чате ты тоже не узнаешь, какая. А, узнаю. А, первая взяла дьяволенка. Вторая взяла этого. Там. Кто первый из них выйдет из... Вот она, это Рок, это Маниту, нижняя чертянка взяла. Блин. Нижнюю, короче, сейчас колупай. Ага. А я все равно по Тану-то бью. Да, все равно бьешь. Но я убью черта. Да, правильно, потому что он уже отошел. Блин, я к Тану все равно подхожу. Так нечестно, блин. У нее маны больше будет. Нет, у нас больше. Но он еще сосет два хода. С инициативы 13, он раза 2-3 точно. 15 даже. Ну, они решили его подкорнать. Нормально. Молодцы. Просто идешь вниз. А, нет, у тебя же проклятие. Ничего не идешь. Стоишь в дефе. А вот я идешь. Лупить Тана. Ну я мало, но нормально. Ну крови хоть немножко попил. Я для этого и делаю. Ну. Не скосит он нас. Спасибо. У тебя целые кони.
Целый, конечно. Это прикольно. Нет, это утверждение. Но... Нет, я понял. Я поддакиваю. Вот, с места бьешь, короче, 18. Сейчас будешь пугать ее. Ага. Чтоб она там сралась. А эти пойдут на черта бить. Так, а мы уже рушили, да? ДТ. Кого? ДТ. Кого? ДТ рушили. Чуть-чуть. А. Чуть-чуть рушили. Бей. Это у нас смелая. Не испугалась. Да, это не испугливо. Они все такие поначалу. Не трогайте нашего босса. Да, кстати, что я тебе хотел сказать. Там, короче, у медведя есть еще маленькое свойство. Он может снять все обилки, поэтому ману надо оставить. У тебя 28. Сейчас, короче, либо бьем героями, либо... Ну, спелы не кидаем. Мы уже накинули все, что нужно. Теперь нужно выжать из этого максимум. Понятно, да? Да, экономим, короче. А. Режим жесткой экономии. Вот, медля. 9 маны. И мы ни разу не рушены. Ну, сейчас еще будет немножко маны ей. Сейчас от чертенка еще немножко маны будет. Сколько он там забирает? По 7, по-моему, или по 3? Не помню уже. По 7, по-моему. Ну ты стрелять понял, кого там, да? Да вот он на прямой стоит, что там понимать? Ну... Есть, конечно, ему эту не дадут. А, уклон? Уклонение? У него есть уклонение? Ну вот, у этого. Нет. Да, если уклон не дадут, то его и бить. Прыгун доживет до своих дней и начнет прыгать. Пока прокли, ему нечего даже делать-то. Да. Ты видел, как этот прыгает, да? Угу. Вообще что? Никак. Вот-вот, смысла нет убиваться там от кого-то. У меня, видишь, у меня на одну СМ больше, чем у него, у нее. Побольше живет. Нет, не дал уклонения. Тогда стреляю. Да. Ну, почти максималка. Конь жалко не напрямую, то бы коня стрелял. Конечно. Сейчас подойдет. Да, сейчас будет прыгуна метелить. Прыгун порушен у меня, кстати, немного. Нет. А. Руш прыгуна. Руш прыгуна. Порушил. Нам же медведи здесь не нужны, да? Угу. У нас своя тут пусня внизу. Так, еще 9 маны. У нее. 6. Нет, всего 9. Собрал, я имею в виду, 6. Ага. Ну а сейчас он ответку даст. Медведь пнет. Единственного, кого он может пнуть, 18. Угу. А коня? Нет, ты коня не достает. Какого коня? Не там достает. Все я продумал.
Все продумано. А, соедини стол. Не стал окаян. Слушай, ну... У меня мало маны. Я не хочу. Я вот так вот сделаю. А я тоже не хочу. Ну бей Тана. Не хочешь, не надо. У нас все, они висят 4 хода. Мы 4 хода можем просто руками бить. Травля дорогая. Невыгодная. Так, сколько еще черт ходит? Еще ход считай. Да, если не сбыдешь. Тоже экономия пошла. Но он понимает, что медля хотя бы медля. Ну, деф, да? Да, да. Ловите, там нечего. Сиди спокойно, кукуй. Они видишь, что сейчас хотят наверняка? Запинать, пока огр без крови, запинать его потихонечку. Да. О, мне поэтому надо как-то это прикрываться. А ты там конем своим рули спокойно. Пинай девку, да? Да. У меня птица вон неплохо себя чувствует. Вот. Ты хорошо там ее дерешь. Да, даже с проклятием неплохо. Этот прыгает никак, поэтому... Чё? Птица сейчас наберет тоже свои 1000 крови. Сына, оставь жалюзи. И там будет сразу веселуха. Будет ад. Здоровья будет побольше. Так, у тебя забрали, да? У кого больше, у того забирают. Ну все, черта больше нету. Сейчас, наверное, что, на прыгуна прыгнет, что ли, да ну? Да пусть прыгает. Да там в какашечном будет урон. Анти! 5 убьет, может. А в ответку получит побольше 10. Ага. Посмотрим, посмотрим. Ну куда сюда? Дай сюда. Сюда мне. Мне отдай. Мне отдай. Все, молодец. Ты чё хлеб не доел? Иди хлеб доедай. Хлеб иди доедай. Это, руш прыгуна. А, он знаешь, что хотел-то? Он хотел, короче, убить этого, чтобы искусство стрельнуло. А, я понял. Разблокировать. Да, но не тут-то было. А сколько там у него осталось? 3. Ну, сейчас убьет, наверное, хотя фиг его знает. Он, наверное, радуется, медведь целый. Он еще просто не видел, как прыгун сносит с прыжка там по 15, по 20 медведей. Да, ох, как хорошо-то как стрельнул. Да. Так хорошо пульнул-то. Ну их там много. Ух, камни по башке. Так, все висит. Замедление, проклятие, слабость. Все висит. Ну, да. Еще по много ходов еще, да.
Бей героем. Тана. Это... Да, Танечка. Что-то он толстый какой-то. Не люблю его. Он вроде какой-то... Он вроде и не опасный, но какой-то неприятный. Прокля. Ну, блин, вот да. Опять обновили Проклю на моего прыгуна. Это, из куска не стреляй. В деф? Да, просто жди, пока не спадет. Может, в деф. Нашел кого проклять. Я бы вот в 28 проклянул. О, да. Так, а он и так проклят. Да? Смотри. Ага. Еще два хода. Хорошо издеваться. Черт мой. Да. Соси. А че там? Одну единичку. Соси. Все. Все мое. Все свои ношу с собой. Так, ну все. Да. Стоим, просто ждем, пока все не спадет. Темные времена для нас кончились. Темная ночь души. Угу. Теперь, если что, мы сможем поколдовать хорошенько. Так, у меня мышка села. Это беда. Ну, твой... А, твой ход сейчас уже, да. Я говорю, у меня мышка села, это я беда. Слышу. Надо заряжать аккумулятор снова. Так, вот запасной вроде есть пока? Ну, чуть-чуть. Ух ты, неплохо. Чего там? Минус два огра и отброс. А он раньше, что ли, меня ходил? Плюс еще БД. Ну, медведем, да? Да фиг мы с ним. У тебя конь там сейчас разнесет все подряд. Конем бей вон КД 89. 83. С места? Несы. С места бей. Ну. 83. Вообще ни о чем. У тебя сейчас и медли спадет, если она была. Да, проклятие, один ход, медли. Ой, сейчас там начнешь раздавать-то. Направо и налево. Это, слушай, стреляй, стреляй в 17, пофигу. Медведь здесь опасный, его надо как-то, блин... Вот видишь, медля как работает против меня сейчас. То, что он рушит, это фигня все. Да ты! Шалопай маленький, я не для тебя зарядку поставил. Куда ты вытаскиваешь ты? Ай-яй-яй, не трогай! Не для тебя. Какой дурак зарядку в розетке внизу пола поставил. Чё, хулиган, ты чё хулиганишься? Чё-то птицу прямо они изничтожили у меня. А, на ней вон, на ней колечко сидит. Знака огня, замедление, проклятие. Всё говно на неё повесили. Да. Все, что можно было. У них сейчас поперло и БД, и удача. Забей ты, ё-мо, что там поперло? Сейчас самый опасный медведь, да? Да, у них реально кто опасен, ты Миша, все. Ну, на Мишу у нас еще сейчас... есть пока мана. Медлим. Вот прыгуну медлю перезарядить надо будет. Чертом жди, пещеркой лупи с места этого.
Потом очередом всадишь. Угу. Что там на мишке? Замедление скоро спадет. Не скоро еще. 1.4. У меня тоже проклятие есть. Один четыре и здесь 1.4. Кинь пока медленно на 74. Единичную? Да. Масс не надо. У нас нету маны на масс. Угу. Ты помнишь, как долго этого гоняли медведя? Помню. Масс ничего не надо. Стреляю, да? А. Последний патрон. Остался. Это засрань сейчас ответ с огра даст, наверное. И медведем снова впечатается. Угу. Хотя нет. Ну может, но не сильно впечатается. Отбросить не должен. Может, птицу добьет. Блять, здоровье-то, конечно, 80. Но медленный пока. А медля скоро спадет, еще один ход. Вот медля спадет, и мы начнем его, короче, гнобить. Да, и перебаф этим нечем. Да, птицу решил ударить. Ха-ха-ха, зажал. Это ж классно. Зачетно. И все, не выпускай его отсюда. В клетке, сам заклетился. Нет, ну сейчас, может, птицу убьет. Хотя нет, не убьет. Не хватит сил. Нет, убил. Скачи вниз. На искусство вставай. Медведя запираем. Блин, когда у меня лошадь уже начнет бегать? Да, еще долго. Это там прыгать пытается, да? Ну. На меня выходит. А, с места. Сколько выдаешь по 7? 2. Да бей. Бей с места. О, нет, шаг назад и бей 9. Подожди, а до коня добегаешь? Добегаю. Ну-ка, штукника коня. Ага. Стукника коня. У этого стрелы кончились? Кончились. Все, пусть отдыхает. Я думаю, с более высокой клетки коня ударить, чтобы побольше медведя запереть, нет? Не-не, с самого низу, наоборот. А. Не надо его там сбирать, чего-то это. Просто, понимаешь, если он тебя отбросит, просто отбросит, да, то ты не дашь ответку. А когда ты упрешься в стенку во время отброса, то ты ему дашь ответ хотя бы. А, ну да. Давайте, убивайте, убивайте. Нам нужны эти. Кровь. Да. Ну, сам пришел, смотри. Блин, у демона еще до хрена маны. А, у того-то? Ну. Опускай. У них паника-то на тебя, а не на меня. Да, это правильно. Пусть паникуют на меня. Вообще шанс-то есть, да? Да есть, почему нет? Есть шансы, хорошие шансы. Шансы.
Не люблю я ДТ, ну, кроме себя. Мы его сейчас так запрем, что ты будешь постоянно его конем бить и бить, бить и бить. Вот, всё. Сейчас чертенком можно будет. А, нет, нельзя. А, подожди. Нет, можно. Снизу подойду. Ты сейчас снимаешь ответ чертом с этого засранца. С Михаилыча? С Михаил Потапычем. У меня замедление сейчас спадает, проклятие один ход остается. У тебя замедление только осталось, проклятия нет. Мы сейчас, короче, без ответки просто его уносим. А, стрелком в Тана. Ага. Черта этот не убивает. Они просто, видишь, не знают, что делать-то. Стрелять черта сейчас надо. Нет. Угу. Так, все, снимаю. Да, снимай. Пятерку? А, да, пятерку. Искусской сам понял кого, да? Ну. Ох, БД, это хорошо. Так, слабость. Замедление сделали. Слабость. Проклятие еще висит. На этом замедление. Ты сейчас медленно поведешь на Михаила. Угу. А я через ход проклятия. Давай. И ты слабость как раз через ход. И все. И у нас все хорошо. Медлю, Михаил. Обычно. Кинул. Все, здравствуй. Ой, блин. Ну ладно, нормально. Хорошо. А, снизу просто встаешь, только не вплотную к стенке, а через клеточку. А, подожди. Это, кстати, прыгай. Прыгай на него вплотную к стене. На механикуса, да? Не, на... Да, на меху. Вот, и я пошел кровь собирать. О, хорошо. Не-не, ребят, циклопы не пробьете. Этот парень наш. У нас скоро лысый будет в разнос идти. Какой лысый? А, этот человек? Ну ты помнишь, как он идет? Да. Один удар и уже никуда не идет. И отлетает. Удар и отлетел, удар и отлетел. Так, ну короче, твоя клетка вот эта вот. Главное, вплотную к стенке не встань. Под циклопа и под Михаила. И по Михаилу бью. Да. Ну, конечно, испугаешь, вообще замечательно. Испугал? Все. Все, Миша готов. Миши больше нету. Так, а я сейчас, может быть, даже Тана убью. Нет, не убиваю. Не-не-не-не-не, бей один. Сейчас будут твоего огра, наверное, рушить. Да пусть рушат. Я же не против. Так, прыгуна. Слабость бы обновить ему, конечно. Да, кстати, Мишка-то улетел далеко. Ты дай прыгуну, да, слабость, а я проклятие. Ну. Ты сейчас будешь просто прыгать, короче, по Мишке. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Туда-сюда. Ну да. Все, больше рушек у него нету. Вот этого бы замедлить, конечно. 80-91. Так, все, патроны кончились. Слушай, замедли лучше это. Я проклятие повешу 74, а ты замедли 91, чтобы он не такой шустрый был. А слабость тогда не получится, да, дать? Не надо слабость. Проклятие его очень сильно режет.
Ну ладно. Я ему дам проклять. Ты 91 просто замедли. Ладно, я тогда искусской в деф встаю. Не, а, подожди. Не надо в деф. В деф не надо. Выходи на клетку 3-1. Не надо, не теряй инициативу. Так, я этому проклю кидаю, а ты кидай замедление 91. Угу. А то он обрадовался, наверное. На огра, да, прыгнет сейчас? М? На огра сейчас прыгнет. Да хоть на кого? Чего у нее там по броне-то? 28? Я на нее даже внимания обращать не буду. Я буду дальше бить Мишу. Правильно, конечно. У нас приоритет не это. Пшикалка. На 128 ударов. Медленно 91. Всеми, короче, вниз, прямо под коня прыгай на 36. С места лупим, короче, до конца. Сейчас будет круто, если еще раз испугаю. Замедление 0.3 у тебя. Сейчас начнется инициатива-то. По три хода между ходом. У этого медля тоже упало. Искусск выстрелы, ну так себе. О, все пошли. Хач, еще и БД. О, да. Ну он рейсник, Миша, ну и что? Там сейчас инициатива будет уже 11. Нет, не напугал. Ну ладно. Этим жди. Ой, ну сейчас я заканчиваю. Так, надо бы поскорее, конечно, уже. Это этим скажи. Так, выжидаю, да? Да, жди. Ну, они надеются победить еще, в принципе. Так, что, искуска пусть стоит? Или вниз? Шаг уже? Вниз, шаг вниз. Один. А для чего это, шаг вниз? Чтоб по 91 не попасть. Так можно было просто стоять. Или ты, у тебя планы какие-то на нее? Да, у меня большие планы. Так, проклятие, да, на прыгуна? На прыгуне есть проклятие, да, вижу, давал. Вижу. И слабость Миши дай. Но. А, конем через клетку от 74 встань вниз, себе Мишу. Ну, запри его, короче, чтобы между вами была одна клетка. Испугал. Что, вниз иду? Шаг вниз. Шаг вниз. На одну клеточку буквально, да? Да, да. Ну, чтоб не подставиться. Ну. Угу. Успеешь, ты врежешь по нему. Да, блин. Навалитесь еще. Так, на Михаила вверх. Прыгай. А, он так выйдет. Не, не выйдет. Смотри, что сейчас делаешь. Тут все хорошо. А прыгай на клетку под прыгуна. Под прыгуна. А конем потом встанешь на место этого. Опять туда же, где стоял. Под прыгуна прыгал. Вот, нормально. Нет, конем бей с места.
Прыгуном, потом прыгнешь снова назад туда. Хорошо. Геморроя много с этими медведями, да? Вообще. Нудно так, ага. Затянулся. Ты опять еще, да? А у тебя на слабость не хватает ведь, да? Слабость 6, по-моему. Вот на пещерку бы, конечно, еще проклю кинуть. Ох, как она сильно тебе дала. Ну так вот я и говорю. Давай, пугай коня. Ой, этого медведя. Сейчас. Испугаешь и убьем его. Убьем его, убьем всех. Да мы и так всех убьем, просто долго. Вообще. Не, держи, короче, ману на медлю. Мана на медлю только. Прыгун ни о чем, они вот не понимают, что ли, что здесь. Блин, мышка опять. Здесь основной урон-то наносит конь, да этот. Во, сообразили. Блин, мне придется тачпадом как-то играть. Ну, конем я на место стою, где был. Нет, с места бей. Прыгуном прыгнешь на то место, откуда прыгал. Все, трындец. Куси, 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 куси. Все правильно. Куси, куси. Прыгаешь, знаешь куда? На клетку 4.16. Ага. Блин, конь. Ну ладно. Ой, блин, скорей бы уже, скорей бы уже, скорей бы уже. Аку! Ну продули вы, продули, пацаны, давайте быстрее. Ты главное сейчас медведя прямо гноби, 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 чтобы он не вышел и не резнул. Если он резнет, будет вообще жопа. Ну, жопа не жопа, но будет плохо. Прыгуна спас, да? Ох, как я хорошо вхожу. Все, иди в рукопашку, бей три, всеми в рукопашку прямо иди. Три, пещерка вниз пошла, бьет три. Старайся вниз приближаться к нам. Ага. Пещер не загородил? Нет. Так, спеллы. Здесь медли есть. Здесь медли много. Медведи руками. Давай. Ты тоже. Кстати, за медло могу кинуть. Ну, и слабость могу, если что. Кому? Да я знаю, что ты можешь кинуть. Не надо ничего сейчас кидать. Пещерку, что ли, боишься? Да фиг бы с ней. Все, бью медведя. Вагон. С места прямо. Шпай. Во, медведь, давай. Никогда не сходи. Сейчас я тебя прихлопну. Как муху. Я говорю, паника на этих прыгунов. Боятся. Кричи! 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 Знает, кто опасен теперь. Уже поняли. Нам главное автобой, чтобы был. Да, 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 да. Блин, я вот так. Не, просто понимаешь, я-то один здесь выиграю. А тебе очков не дадут. Да, очки. GT. Хрен с ним, очки, блин, нам выиграть надо турнир. Нет, здесь я сам выигрываю 20 играми уже. У меня вон он ходит и убивает, и все, я пошел по одному удару всех убивать, как раньше. Помнишь? Угу. Он меня не покалечил, ничего не это. Я сейчас в лицо прыгну тогда на медведя, наверное, да? Да, да, прыгай прямо в наглую никуда. Так, все, 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 скорей, скорей, скорей. Вперед. Так, дальше до медведя, да? Или прыгуна? До медведя не доходишь. Нет, до медведя 55 я... Сверху. 55 бей сверху.
Я дохожу до медведя. Давай, доходи скорей. Все, я дошел. Два. Да, вижу. А? Все поставь в старинке. Руками. А, ты кого-то еще можешь разлогу кинуть. Я могу замедлить того, кто мне не нравится. Давай, медли. Я тоже могу кого-нибудь замедлить. Замедли вон 9 дальних. Весят они. Что-то больно шибко стреляют. У них патроны, конечно, кончились. Конем продолжай 47. Хорошо. Оттуда же, да? Да. А, нет, может пустить. Да, пустить, может, пещерку. А, нет, бей вон этого, 67 испугаешь. 67 бей. А я не достаю до него. Как ты? Ты же оттуда убежал. Ну, сейчас... Не достаешь уже? Нет. С места бей 47. Пещерка добивает один. Скорей, 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 скорей. Ну чё тупить? Все равно продули. Но ничего не спасет. Блин. Ну что, специально что ли, а? А ты им больше говоришь, что тебя сейчас выгонят. Да. Не, ну блин, ну это паскудство. Так нельзя. Это не паскудство, это называется маринад боя. За это, кстати, штрафовать могут. Влетел нахрен. Так, прыгаю в девятку, наверное, да? Да не надо. А, в какую девятку? Ну, внизу. Да он с места бей 6. Ты в девятку хотел прыгать. Она тебя убьет, блин, с ответки. Да. Блин, а огры-то убиваются потихонечку. Убиваются, да. Прыгуны здесь творят дел. Я могу их сейчас атаковать, кстати. Ну, тоже. Я сам могу вставать. 9 убивай. Убивай 9. Шаг вниз, 9 убил. Меньше народу, больше кислорода. Гном удалось в поле. Давай, прыгуна. Прыгающих дало из поля. Ну все, 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 все. Шевелись, 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 шевелись. Шевелись, шевелись. В общем. Короче, спасла твоя обилка. Спик называется. Прыгун да. Опасен. Из-за того, что мы медведя пугали постоянно. Удачи на стороне бравых. Ну где автобой-то? С места пятерку. А, этого хочешь? Ну давай. Да я просто уже, извини, я здесь лечу буквально на всех парах. Добей, да, может, восьмерку? А, нет, прыгай. Пойду с ней. Я до нее дохожу. Ну вот бей. Я уже нацелился. Ага. Дыдыц! Класс, всех. Давно бы так, да? Вообще. Так, где там? Вон она, внизу. Да вижу, вижу, все. Ну, короче, Леша, спасибо за бой большой. Продолжим завтра, да? Если получится. Да, стараемся. Вот, и вам спасибо, дорогие зрители, что смотрели. Исход вам виден, всем пока.